Здравствуйте, меня зовут Александр Шаенко, это научный экспресс фонда «Траектория», я занимаюсь спутникостроением и сегодня мы с вами поговорим о терморегулирующих материалах и покрытиях. Поехали. Итак, терморегулирующие материалы и покрытия, содержание нашей сегодняшней лекции. Мы поговорим о том, э, какими числами можно написать материал с точки зрения теплофизики, э, просмотрим различные варианты терминогеологического покрытий. обсудим, э, какие есть виды тепловых интерфейсов, э, такое соединение между различными частями космического аппарата, приборами, скажем, какой-то их подложкой, и рассмотрим, как эти свойства меняются в процессе орбитального полета. Какими числами можно написать э, теплофизические свойства материалов, то есть э, свойства, описывающие какое-то взаимодействие материалов между собой с точки зрения передачи тепла. Передачи, накопления, э -э -э, да, накопления тепла. Ну, во-первых, это удельная теплоемкость. Это способность тела, материала э -э, набирать тепло э -э, и как-то реагировать на изменение температуры. Чем больше теплоемкость какого-то материала или тела, тем сложнее ему э -э, нагреваться и сложнее ему охлаждаться. Это такая мера тепловой инерции. Измеряется это величина в джоулях на килограмм на кельвин. И в нашем уравнении, к котором мы все время ссылаемся, в уравнении теплового баланса, она находится с левой части от знака равно. Следующий важный элемент, который нам нужен, это коэффициент теплопроводности. Он измеряется в ваттах на метр на кельвин. Как, собственно, понять, как он все проявляет, это способность материала передавать тепло. Мы в прошлой лекции с вами упоминали о тепловом сопротивление, как раз лямбда э, коэффициент коэффициенте входит э, в тепловое сопротивление. Здесь у нас есть э, два элемента да, конструкции спутника, связанных э, кондуктивной связью. Там как раз появляется свойство материалов, тот самый вот, э, коэффициент теплопередачи появляется. Э, чем выше э, лямбда, чем выше коэффициент теплопередачи, тем э, проще теплу перетекать между телами. Соответственно, чем выше значение лямбда, тем... Э, идет лучшая передача Кроме того, важно отметить, это свойство не только материалов, например, но и каких-то приборов, это диапазон рабочих температур. То есть может оказаться, что а, у вас там, кроме того, что есть способность вашего прибора или какого-то материала накапливать тепло и как-то его передавать, а, есть поддельные температуры, при которых материал, например, испаряется или растрескивается от слишком сильного охлаждения. Ну, в общем, какие-то параметры, которые позволяют описать э, рабочие режимы э, спутника в целом, может быть, э, отдельных его элементов или материалов, из которого сделаны эти элементы. Также можно теплодически вынести свойства и э, то есть способность тела поглощать или отдавать тепло. Мы о них говорили в предыдущих лекциях, ну, я напомню еще раз, это степень черноты, степень подобия реального тела модели абсолютно черного тела, она безразмерная и меняется в диапазоне от нуля до единицы. Если эпсилон равно единице, то тогда наше тело полностью черное. Если значение эпсилон близко к нулю, то оно практически не излучает тепла и такое как бы тело плохо излучающее. Да? Коэффициент поглощения солнечного излучения, подчеркиваю, что это именно коэффициент поглощения на солнечное излучение, для нас это важно. Потому что э, чаще всего мощные источники тепла — это э, Солнце и отраженное солнечное излучение, если мы говорим про, про работу спутника на орбите Земли. Поэтому э, коэффициент поглощения — именно солнечное излучение, потому что э, в разных длинах волн материалы могут поглощать по-разному. И вот мы сейчас говорим про поглощение в виде диапазоне. Вот эти числа э, — c, лямбда, эпсилон и АС — они позволяют описать э, но в некотором пределе э, свойства... Взаимодействие материалов э, спутника между собой э, и с внешними потоками излучения, и с внешним миром, скажем так. Да. А диапазон температуру позволяет задать э, те температуры, в которых эти свойства применимы и в которых материал может работать не, э, скажем так, не входя из строя, не, не отказывая. Терморегулирующее покрытие — это некие, ну скажем так, сущности, которые наносятся на поверхность аппарата, которые могут или должны поглощать или испускать излучение два числа описывают эти процессы, э, степень черноты, эпсилон и коэффициент поглощения солнечного излучения, АС. Давайте с вами рассмотрим такую отдельную площадочку на спутнике, э, которая имеет покрытие этими самыми описанными характеристиками э, АС и эпсилон, и на которую падает нормальный солнечный поток, то есть перед миллиардной поверхности падает солнечный поток. Вот это уравнение у нас э, описывает тепловой баланс такой площадки э, с левой стороны у нас ноль, то есть имеется в виду, что у нас площадка находится в тепловом и ее температура определяется только э, вот этими внешними э, воздействиями, потоком тепла от Солнца и собственным излучением площадки. Выражая из этого уравнения температуры, можем получить простую формулу, позволяющую определить температуру площадки в зависимости от ее термооптических свойств при прочих неизменных параметрах. Давайте рассмотрим, что у нас будет э, в разных сочетаниях э, параметров АС и Эпсилон. Ну, например, Возьмем три таких предельных соотношения. А с делить на равно 0,1, 1 и 10. И для этих значений мы с вами получим довольно сильно отличающее значение температуры. В первом случае это будет 223 Кельвина, во втором случае это будет 396, и в третьем случае 704. Ну, Кто-то может не сразу ориентируется в значениях Кельвинов, но вот второе значение это ну, примерно комнатная температура, чуть больше, чем комнатная температура. Первое значение это – это довольно холодно, а третье значение это довольно горячо. Тем самым можно разделить наше термоглюбище покрытие по соотношению А и С на, соответственно, холодное, нейтральное и горячее. Подбирая тот или иной вид покрытия для разных поверхностей, можно добиваться того, чтобы эти поверхности были, ну, соответственно, горячие, нейтральные или холодные. Каким образом это все в реальности реализуется. Эти покрытия с различными свойствами поверхности могут наноситься совершенно разными способами. Это могут быть и электрохимические покрытия, и плазменные, и с помощью нанесения различных лаков и красок. Это могут быть пленки, наносимые на какие-то части спутника, металлизированные. Рассмотрим практические применения, как это все могло бы выглядеть. В данном случае мы видим покрытие типа солнечной отражатель. Это набор из стекол и металлизации, который позволяет нам хорошо отражать солнечное излучение и хорошо испускать излучение спутника. Тем самым это можно использовать для создания радиатора. Радиатор, который не принимает излучение солнца, а дает тепло от спутника наружу. Следующий пример тоже довольно интересный. Это создание такого же солнечного отражателя только с помощью специальной пленки из вторполимера видно, что это такая зеркальная поверхность, и она тоже плохо поглощает излучение солнца и хорошо сама испускает. Другой вид покрытия термоглирующего – это покрытие, носимое электрохимическим способом. Вот есть вот ГОСТ, который их описывает, и там вот есть один вид покрытия, называется анокс черный. Это образцы космического аппарата «Маяк». Вот эти черные поверхности корпуса аппарата, они покрыты в электрохимические ванны таким вот покрытием анокс черный у него тоже есть свой собственный набор термотических свойств, которые можно вот, использовать для термогуляции. В данном случае оказалось, что покрытие NOX черное, оно наиболее э, подходящее. Еще один пример покрытия — это эмаль э, ком 1 производства э, АО «Композит» в Королеве. Эмаль белого цвета, она, видите, в центре одной из панелей космического аппарата DX-1 нанесена, выделена красным кружком, а вокруг такая золотистая пленка — это ЭВТИ, экранная вакуумная теплоизоляция. Мы немножко об этом говорили, и у нас будет отдельная лекция, посвященная расчету ЭВТИ. Мы сейчас не будем касаться, но вот видите, мы видим с вами на одной картинке пример использования двух различных покрытий. Эмали, ЭКОМ-1 и ЭВТИ. Покрытие Выпускается серийных много разных. В этой табличке видно, что э, свойства их, э, ну, собственно, протираются от горячего покрытия до холодных. Э, носятся они разными способами, э, на разные материалы, имеют различные характеристики, и рабочие температуры. Понимая, каким образом вы хотите добиваться вашего телепоражима, вы можете выбирать э, различные э, покрытия, которые серийно выпускаются. Есть... Э возможность использовать покрытие э, не только наносимое с помощью э, там, электрохимии или плазмы, или с помощью каких-то эмалей, а, э, например, с помощью э, оклеивания поверхности вашего аппарата пленками. Э, вот если э, предыдущие варианты выпускаются предприятием Композит, то Переславльское предприятие Никам э, выпускает материалы в виде пленок. Э, у них есть свойства, вот они здесь описаны в таблице. ниже есть ссылка на каталог э, производителя. И там можно подобрать, опять же, из серийно выпускаемых материалов те покрытия, которые вам наиболее будут подходить для, для ваших целей. Следующий важный элемент, который важно учитывать при тепловом проектировании, это тепловый интерфейс. Представьте себе, что у вас есть прибор, который вы хотите расположить на панели космического аппарата, и прибор должен отдавать тепло в, в эту самую панель. Ну, вы, например, берете прибор в виде такой, скажем, коробки, да, у которой есть проушины, в проушины вставляются винты, и винты притягивают плоскость привалочного прибора к плоскости панели. Понятно, что в реальном мире есть шероховатости у поверхности прибора, и у поверхности панели спутника, которого вы хотите присоединить, и соприкосновение прибора и поверхности снова возникает не по всей площади контакта. То есть есть из-за есть какие-то есть отклонения, да, формы, поэтому прилегание неплотные. Это приводит к тому, что теплопередача, то самое тепловое сопротивление между прибором и привалочной вероятностью панели космического аппарата, она, ну, вообще-то говоря, меньше, чем мы хотели бы, для того, чтобы добиться того, чтобы у вас контакт был лучше и, скажем, тепло лучше перетекало. Можете использовать специальным образом доносимые пасты прокладки деформируемые, которые обжимаются и, и, и увеличивают тепловой контакт. Ну или можно просто посильнее притягивать, если есть возможность такая и прибора ваш, и ваш анализ это делать позволяет. Рассмотрим подробнее, как это все происходит. Ну, самое, наверное, простое в этом смысле — это болтовые соединения. Вы берете, делаете вокруг вашего прибора большего количества болтов, делаете больше проушин, больше болтов, плотнее притягиваете, зазоры за счет деформации убираются, и тем самым увеличивается тепловой контакт. Но так, к сожалению, делать получается не всегда, поэтому наиболее широкое применение находят различные такие интерфейсы между вашим прибором и панелью, к которой он должен присоединяться. Это могут быть прокладки, это могут быть теплопроводящие пасты. Давайте посмотрим, как это работает. У нас есть с вами прибор и его подложка, и их взаимодействие можно описать с помощью вот этого аналогии с тепловым сопротивлением. Если у нас есть возможность только поставить прибор и его притянуть с помощью крепежных элементов, с помощью болтов, то у вас возникает только одно сопротивление, вот R1, между прибором и его подложкой. Если у вас есть возможность поместить в стык между прибором и подложкой термопасту или специальную прокладку термопроводящую, то вы дополнительно делаете канал для передачи тепла, у вас возникает параллельно два тепловых сопротивления, и общее тепло сопротивление э, связи между прибором и подложкой, но уменьшается. Тем самым вы можете сделать так, чтобы передача тепла между элементами спутника и прибором она э, была лучше. На практике это выглядит вот так. Теплосъемные прокладки, э, они делаются из специального терморасширенного графита. Э, этот материал имеет большой коэффициент теплопроводности, он легко деформируется. Вы ставите под прибор вот такую прокладку, видите, там есть такой контур под прибор и проушины для крепления, ну, например, болтов. Ставите прибор на прокладку, притягиваете с помощью крепежных элементов, и тепловой контакт между прибором и э, панелью увеличивается. Вот, собственно, описаны свойства. Первых же, их производят в Никам. Внизу ссылка на каталог производителя, э, где можно это все дело посмотреть, эти свойства. Кроме того, можно использовать специальные клея и какие-то герметики, вносимые пасты, вносимые на место теплового контакта. Но это отчасти похоже на тепловой контакт э, центрального процессора компьютера, который наверняка у всех есть и э, радиатора, который нужен для теплосъема э, излишнего тепла, выделяемого в процессоре для отвода наружу. Тоже такие пасты наносимые на какие-то элементы. Ну важно заметить, что в космосе все-таки вакуум и неподготовленные пасты они будут испаряться э, и довольно быстро устратят свои свойства. А для космических целей применяются пасты, которые могут работать э, в вакууме для этого сертифицированы. Еще один интересный вид теплового интерфейса это тепловые мосты. Когда вы берете очень хорошо теплопроводящий материал, например, какие-то медные жилы, медные различные фольги, и как-то соединяете те части, которые вы хотите теплым образом связать, и с помощью вот этого моста между элементами конструкции вы можете добиться того, что э, ваша связность э, между, скажем, прибором и какой-то панелью, или между, двумя разными приборами, или какими-то другими элементами спутника, она увеличивается. То есть э, ставя такие гибкие соединения и негибкие соединения э, между э, различными приборами, вы можете добиваться того, чтобы у вас повышалась тепловая связь. Э, в принципе, там тоже есть э, на этом слайде ссылка на э, каталог производителя, и там можно посмотреть свойства этих, кроме медных, Тепловых мостов используют и мосты из углеродного волокна, они более дорогие, но более э, теплопроводящие. В некоторых случаях э, вот эти вот моменты, связанные с э, экономией массы, они все-таки выступают на первый план, даже в случае с темой опечения теплого режима. И в некоторых случаях выгоднее применять э, тепловые мосты из углеродного волокна. Отмечу, что и медные, и углеродные э, волокна, они гибкие и тем самым можно делать какие-то, скажем, подвижные соединения. Или соединения, которые удобнее монтировать за счет того, что э, вы можете вот смещать какие-то, вставлять, раскрывать, это как-то раздвигать э, тепловые мосты. В случае, если вам не требуется это делать, вы можете брать какие-нибудь, например, э, медные шины или просто какие-то элементы конструкции, сделанные уголки, там, не знаю, или э, стержни или пластины из хорошо проводящего материала, например, медные или алюминиевые, э, для того, чтобы обеспечивать тепловую связь между элементами. Если говорить про следующий вид теплового интерфейса, то это может быть теплоизоляция. То есть между вашими какими-то объектами располагается материал, имеющий низкий коэффициент теплопроводности. Тот самый лямбда, о котором мы говорили в начале этой лекции. Виды организации плохой передачи тепла, они могут быть на физическом уровне устроены совершенно по-разному. Это могут быть различные сплошные материалы с низким коэффициентом лямбда, это могут быть какие-то пены, с, с низкой коэффициентной придачей. Там какие-то экраны, располагающиеся между вашими элементами конструкции. Вот, в частности, ВТ один из такой экранов. Мы о нем поговорим в следующей лекции попозже. А сейчас рассмотрим вот варианты исполнения теплоизоляции из пен. На слайде есть показаны примеры теплоизоляции из пенного гертана на внешнем топливном блоке Space Shuttle. Такая, видите, пена, нанесенная на конструкцию бака. Внутри бака э, очень холодное компоненты топлива, жидкий кислород, жидкий водород, и важно, чтобы при наземной подготовке и в процессе полета э, на орбиту они не перегревались и не загибали. Э, и важно добиться, э, ну скажем так, с, с элементами конструкции, которые были бы не очень э, массивные, да, то есть с низкой э, плотностью. В этом смысле пена хорошо подходит э, для этой цели, и внешняя теплозащита на баках была. Нанесена э, из э, полиуретана. Вообще, то говоря, теплозащита э, с пусками космических аппаратов, того же Space Шатла или Бурана, отечественного или э, корабля Союз или других разных вариантов, э, тоже может быть связана к теплоизоляции. Там несколько более сложная, получается, ситуация с обеспечением э, вот этого как бы уменьшения теплового потока между тем, что вы защищаете, и тем, что у вас может нагревать. В общем, если говорить про теплозащиту на спусковых аппаратах, то э, это способ организовать э, такой слой между тем, что вы защищаете, и внешним нагревающим вас потоком, э, слой с низкой теплопроводностью. Это могут быть э, материальные плитки э, из материалов с низкой теплопроводностью, как на корабле «Буран» или Space Shuttle, или могут быть более сложная конструкция, э, которая используется на корабле «Союз», когда у вас есть и низкая проводящие материалы э, самой теплозащиты и материалы, э, которые возникают в теплозащите при нагреве, которые, ну, скажем так, от, относят поток горячего газа от стенки, которую пытаются защитить. В общем, это тоже способ защитить спускной аппарат от внешнего нагрева с помощью расположения между внешним потоком горячего газа и стенкой, э, защищаемой стенкой какие-то малопроводящие материалы. Следующий интересный вид э, тепловых интерфейсов, о которых мы вначале упоминали, это тепловые трубы. Повторюсь, лично мне кажется, что это просто гениальное изобретение человечества. Это такой способ очень резко повысить теплопридачу между какими-то элементами. Представьте, что у вас есть труба, внутри которой располагается среда, близкая по своим параметрам к температуре кипения, и при небольшом нагреве эта среда начинает испаряться, при большом охлаждении начинает конденсироваться. Тем самым у вас возникает между зоной конденсации и зоной испарения поток среды, и вы тем самым можете очень-очень интенсивно приносить тепло. Вот здесь на слайде показаны характерные коэффициенты теплопроводности. Для ну, такого наиболее теплопроводящего конструкционного материала, который сейчас используется, у меди примерно 400... Ватт на метр на Кельвин. Это коэффициент лямбда. Если говорить о тепловых трубу, то там возникают эффективные коэффициенты на типа намного порядков больше. 10,4-10,5 ватт на метр на Кельвин. То есть получается материал, такой искусственный материал, созданный с, с таким вот образом из трубы, который позволяет проводить тепло в много раз эффективнее. Есть примеры вот таких вот теловых труб. Сверху показан принцип работы. Трубы сверху, справа показан разрез тепловой трубы. Видно, что это действительно трубка, внутри которой есть полость, заполненная той самой средой, которая испаряется и конденсируется. А стенки трубки изнутри устаны такой вот пеной, по которой как раз конденсированный, конденсированная среда может двигаться к месту испарения. Ну и, собственно, внизу различные варианты исполнения тепловых труб, которые могут применяться ну, например, в космической технике, но, например, даже в самом нашем обычном ноутбуке, скорее всего, тепло от процессора отводится с помощью вот такой тепловой трубы. В конце этой лекции поговорим о том, как меняются эти численные параметры в процессе орбитального полета. Вообще-то говоря, на орбите Земли довольно агрессивные условия с точки зрения материалов. Там есть довольно широкий спектр излучения, ультрафиолет, рентген и гамма, которые приводят к тому, что покрытие, нанесенное на внешней поверхности аппарата, которые подвергается этому излучению, они разлагаются, изменяют свои свойства, белеют, желтеют, выцветают и вообще, ну, если что-то происходит. Плюс ко всему, на низких орбитах, то есть это на высотах, там, скажем, до 600 километров, 400 километров, есть атомарный кислород, который химически активный и тоже связывается с материалом покрытия, и тоже вносит влияние в изменение свойств этих самых покрытий. Поэтому при работе спутника на орбите в течение длительного времени там возможно изменение. Реальных значений э, термоматических коэффициентов АС и ε э, от значений паспортных или тех, которые были измерены в начале полета. Давайте, собственно, об этом немножко поговорим. Итак, давайте возьмем такой типичный материал, который используется для создания системы термогулирования э, блокрасочного покрытия Ком-1. Э, мы с вами видим из таблички, приведенной на слайде, что э, при работе такого покрытия на низкой эклазовной орбите в течение 15 лет его значение меняется незначительно, на единицу процентов. А если такое же покрытие проработать 15 лет на орбите геостационарной, то там значение изменится ну, практически в половину. Имеется в виду, что на низкой эквизионной орбите у нас есть атомарный кислород, и он тоже влияет на, ну, скажем так, на состояние покрытия. А на, там же на низкой орбите у нас есть все-таки магнитное поле, и оно защищает нас от частиц радиации, которые активно бомбардируют космический аппарат, и тем самым могут изменить его покрытие. На ГСО, на высоте примерно 36 тысяч километров, там нет магнитного поля Земли, в смысле оно там защищает нас от радиации, уровень радиации там значительно выше, и поэтому за 15 лет покрытие уже существенно меняет свое значение, ас в данном случае АС. Там это уже нужно все-таки учитывать. На этом у меня все. В следующей лекции речь пойдет о экранном вакуумной теплоизоляции. Подписывайтесь на YouTube-канал Фонда Траектория. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч!